Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ». Математика, 4 класс, автор Чикин. Часть 1, задание 133. Реши задачу, вычисли и запиши ответ. Стоимость 1 килограмма помидоров в 3 раза или на 30 рублей больше, чем 1 килограмма картофеля. Какова цена картофеля и цена помидоров? Покажи на схеме, какая часть полоски изображает 30 рублей. Итак, давайте внимательно читать условия задачи. Стоимость 1 килограмма помидоров в 3 раза, вот пока мы этот кусочек, или на 30 рублей, пока мы его не будем читать. А прочитаем так, еще раз. Стоимость 1 килограмма помидоров в 3 раза больше, чем 1 килограмма картофеля. Итак, цена 1 килограмма помидоров в 3 раза больше, чем цена 1 килограмма картофеля. А это значит, что если мы будем считать, что цена картофеля составляет одну часть, вот это у нас картофель будет, картофель, то тогда цена помидоров будет составлять 3 части. Вот 3 части – это у нас помидоры, цена помидоров. Помидоры. Так, а вот теперь мы читаем вот этот кусочек, который мы вначале выбросили. Стоимость 1 килограмма помидоров на 30 рублей больше, чем 1 килограмма картофеля. То есть, если мы рассмотрим цену помидоров, это три части, в ней, если мы от нее отнимем стоимость картофеля, ну, это уже у нас одна часть. Значит, вот у нас тоже одна часть. Вот это тоже цена картофеля. Вот если мы отнимем от трех частей одну часть, то у нас останется вот этот кусочек, две части, или это и будет 30 рублей. То есть тот кусочек, который нужно добавить к стоимости картофеля, чтобы получить стоимость помидор. Другими словами, это тот кусочек, на который стоимость помидор больше стоимости картофеля. И вот теперь решаем задачу. Собственно, что мы с вами сделали? Мы из трех частей, которые, как выяснилось, обозначают стоимость помидор, вычли одну часть, которая обозначает стоимость картофеля. И получили две части, и это мы узнали, на сколько частей цена помидор больше цены картофеля. Давайте это запишем. На сколько частей цена помидоров больше цены картофеля. Узнали. Вот теперь, поскольку мы выяснили, что цена помидоров на две части больше, чем цена картофеля, и при этом она на 30 рублей больше, то это значит, что вот эти 30 рублей и есть две части. Тогда если мы 30 разделим на 2, получим 15 рублей, то это 15 рублей и соответствует одной части. А одна часть – это у нас цена картофеля. Значит, тогда мы узнали цену картофеля. Цена картофеля. Третье. Ну и теперь мы знаем, сколько составляет одна часть или цена картофеля. А теперь мы можем определить цену помидоров, потому что цена помидоров составляет 3 части. Тогда если мы 15 рублей умножим на 3, то получим 45 рублей. Вот это и будет цена помидоров. Вот теперь нам осталось записать ответ. В задаче спрашивается, какова цена картофеля и цена помидоров. Так и запишем.
цена картофеля составляет 15 рублей. Но учитывая, что картофель исчисляется в килограммах, и если мы говорим о цене, то это значит, мы должны записать, сколько рублей стоит 1 килограмм картофеля. То есть 15 рублей картофеля за килограмм. А цена помидоров 45 рублей. Помидоры тоже исчисляются в килограммах, поэтому 45 рублей за килограмм. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.